Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру God of War. Четвертая часть, ребята, четвертая. И продолжаем приключения Кратоса. Попали на озеро. Туманное все здесь, ничего не видно. Так, а это что? Стена? Сделана из... Что это? Не отвечай. Я сам не знаю. У тебя много вопросов слишком, пацан. Куда плыть-то вообще? Я в тумане вообще нифига не вижу. Что-то плаваем по кругу. Я пока... А, вон уже у нас же, вон цель. У нас же компас есть, ребята. Я забыл про него совсем. Компас показывает. Он наверху экрана прям, вон та полосочка. И сколько метров там до цели. Квадратная цель, вон 340, там 330 метров. Вот поплыли сюда. Так, немного правее. А что вот это светится впереди? Ну-ка, давай глянем. Я вроде что-то вижу. Осмотрите светящуюся статую. Не, ну по идее это нам, конечно, правее вон туда куда-то. Вот сюда куда-то. А, нет, все правильно, она ссылается вот сюда. Именно на эту статую. Давай ее осмотрим. Так это какой-то воин. У него меч в руке. У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Читай, пацан, читай. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Молчаливый Кратос сегодня. Давай попробуем, а что делать-то? Нам вариантов других нету. Топор не вернулся. Как так-то? Где топор? Верните топор. Это что за гора там поползла? Держись, держись, Атрей! Что происходит? Закинул топорик, называется. Что-то все потемнело. Что это такое? Ого, глазик! Это мировой змей! Ах ты, змеюка! Он здоровый, смотри, какая пасть огромная. Глазенки-то маленькие для такой пасти. Но он похож на добрякана какого-то. Мне кажется, это неплохой, это нормальный, обычный. Обычный парень. Только не бойся. Не боюсь, здорово. Он целоваться, что ли, лезет? Или что ему надо? Фу, хорош дышать на меня своим смрадным дыханием. Точно добрый. Я не знаю. Нет. Ну, пахнет у него изо рта, конечно, отвратительно. Это потрясающе. Подожди, а как так статуя наверх ушла? Смотри, вон там разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало статуя. Видно лучше. Змей вылез. И вода убыла. А, вон оно что. Вот почему тут берега раньше не было, да? Он погружается, когда вся вода наверх поднимается. И это строение ведет от подножия горы к золотому храму. А вот и воин тот. Все это было под водой. Ничего себе, воды опустилось, как воды много ушло. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Так, ну, наверное, туда и надо. Причальте у моста, поплыли. Первый, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Так, мировой змей. Мы разбудили мирового змея Мидгарда. Папа думал, что он нас съест, но мама всегда называла Йормунганда добрым великаном.
Он пытался с нами поговорить, но я ничего не понял. Наверное, это был язык, на котором говорят великаны. Кажется, мы ему не очень интересны. Хотел бы я с ним поговорить. У меня столько вопросов. Откуда он взялся? Чем он занимается? Что ест на обед? Надеюсь, мы все-таки найдем способ с ним побеседовать. Не знаю. По мне, так он большой. Так, карта еще обновилась. Ну-ка, давай посмотрим. А что не открывается? Осмотрите храм и мост. Ладно, фиг с ним с картой. Пошли дальше смотреть. Когда это все построили? Очень-очень давно. Это дорога к горе? Похоже на то. Нам туда и надо, наверное. Бородатый верзилы и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Ты откуда взялся? Брок? Ну как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый ношу. Ха-ха. Ну, ладно. Так, ну он нам может топор улучшить, еще что-нибудь. Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Открыта область. Лавка Брока. Ты всегда так носишься? Я всегда быстро хожу, давай поговорим. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Телепорт! Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось... Никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда! Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Пройдите к башне. Мы приведем вас в порядок. В лавках появились талисманы, рукояти и чары. Капец, тут сколько всего много. Нагрудная броня. Так. Погоди. Нагрудная броня. Сравните R3. А, она хуже получается. Будет минус 14 силы. Броня для рук. Вот это будет получше. Сила либо к защите. Наверное, давай к защите добавим. Силы у нас и так уже хватает. Надо, чтобы сильно не прессовали меня. Серебра создать. И достойно, засранец. Нормально. Как выбрать? Взять, как теперь одеть? Как одеть? Броня для бедер. Ну тоже давай на защиту, наверное. Береги себя, зверь. Силу мы потом в чем-нибудь еще. А, выбрать надо было квадрат. Подожди. Или что, или я не пойму, не то. Броня Атрея. Рукоять для топора. А, ну все, серебра не хватает. Талисман вот есть. Талисманы обладают уникальными эффектами, способными помочь вам в бою. Улучшив талисман в лавке, вы можете повысить его эффективность и ускорить восстановление определенных способностей. Недостаточно ресурсов. Ладно, мы потом с этим разберемся. Ну что, еще. Удачной тебе резни. Я только не понял, я одел или нет то, что купил. Броня. Наплечники. Так, а я купил... Вот эти я купил. Разбойничьи обмотки. Вот. Все, теперь я взял их. И разбойничий пояс. Навыки. Чё, у нас по навыкам все пока. Нету опыта. Надо больше опыта. Все, пошли. Ну-ка, как он эту дверь открывал? Давай попробуем в дверь зайти. Магические врата.
Так. Мистические врата. А если сюда? А как сюда зайти? Никак, да? Ну, короче, ладно, они вот сюда возвращают. Это как будет действовать, как телепорт. Но только действует в один конец. То есть мы откуда-нибудь издалека можем сюда к Броку вернуться. Ладно. Ну, пошли дальше исследовать. Так, вот тут еще вниз можно идти. Здесь еще есть лодка. Куда только плыть? Все на борт. Подожди, а мы не отсюда разве приплыли, нет? Нет, не отсюда. Давай потом поплаваем. Я думаю, что нужно еще поискать что-то. Так, здесь Брок. Ну, пошли вон туда дальше. Это что? Подожди, что-то было. Ну-ка, крутанем. Это мы наверх поднимаемся. А оно нам надо? Оно нам, может быть, и не надо. Здесь что-то я ничего не вижу, что надо... Стоп. Ну-ка, а здесь... А это что? Брок, вот отверстие. Подаем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Я знал! Мы дуем в рог! Нет, мы испытываем твою волю. Воля у меня есть. Сколько хочешь. Не, ну давай дунем в рог. Почему нет-то? Если ты не подуешь, и я не буду. В общем, он почему-то ему не дает в рог дуть. Ладно, может быть, это потом. Запомнили, да? Есть рог, в который можно дунуть. Наверное, кого-нибудь активировать можно будет здесь. Или что-то запустить этим звуком. Давай дальше, побежали. Опа, опачки. Атрей обрел уверенность в себе, боевые навыки Атрея. Теперь он будет поддерживать Кратоса в бою, проводя физические атаки при подходящей возможности. Его способности можно улучшить на закладке навыки. Кто вся? Ну понятно, это мы нашли уже. Так, ребята. Подожди, а кто их бьет? Он упал! Топор где? А, он взрывает. Стоп, ты что делаешь-то? Подожди. Отойди, отойди, Кратос. Если повезет, эта башня приведет. Меня отравили. Я готов. Так, отравление сейчас пройдет. Вон значок заканчивается. Так, ладно, сейчас. Так, идем дальше, ребята. Что здесь? Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Давай расшифровывай, что ходить просто так-то, блин. Ты где? Иди расшифровывай. Говорю же, нам нужен весь шифр. И что, а я где тебе весь возьму-то, ты что? Вот что есть, то и расшифровывай. Эти я прочесть не могу. Учиться надо было хорошо. Мать тебя учила, надо было слушать. Так. Рубленное золото. Ой, подожди, золото обрадовался. Серебро. А хотелось бы золото. Так, я куда-то уехал. Подожди, ну пацан должен был что-то еще прочитать там. Еще одна лодка. Здесь уже получается две лодки. Ну, лодка нам сейчас не нужна, в принципе. Нам здесь надо исследовать все. Так, ну давай покрутим. Крутим барабан, ребята. И поехали обратно, да? Чё покрутили? Туда-сюда, короче, съездили. Подожди, там внизу, мне кажется, что-то еще было. Но здесь просто вода и ничего нету. Подожди, вот это вот, мне кажется, надо крутануть. Не, нифига, она не работает. Ладно, в общем, запомнили, здесь лодка.
И там с другой стороны также по этому же периметру идет, там лодка есть. Мне кажется, еще вон там спуск был. А вон, пацан, бери, читай, вот же у тебя еще здесь есть чтиво. Я не могу это прочесть. Да хорош, ну как не могу, а мне-то что делать? А, и кстати, сундук, подожди, а что я вот это не разбил? Давай, бей. А этот не бьется, а вон тот точно мой. Погоди, заберем. Серебро. Вот еще крутилка, поехали вниз. Так, а здесь? А, вон цепочка висит, надо туда, наверное, куда-то прыгануть. Погоди. А че он не стал лезть-то? Давай ползи. Скрытая область открыта. Смотровая башня. И смотри, здесь какие-то, какой-то сосуд стоит. Но он, по-моему, взрывается. Я в тот раз на такой нарвался. На. Вот и все, проход открыт. Давай, пацан, за мной, быстрее. Смотровая башня. Еще одна. Какие кошмары, ты че там? А, эти летающие твари. Так, подожди, сейчас. Где, где еще один? Ах ты, нифига себе. Иди сюда. Еще одна. Да я и так кидаю, ты тоже давай стреляй. А, кстати, стреляй давай, ты че? Стрелок. Так, заберем. Бестиарий обновлен. Кошмар. Мама рассказывала мне сказки про кошмаров, пока, ну, мы не начали снимать. Это мы читали уже, ё-моё. Какой-то рисунок. Может, а. Карта? Так, а здесь что? Может, это карта сокровищ? Давай посмотрим, какая карта. Королевство охотника. Мацагнир, владыка людей и зверей. Я явился сюда, дабы узнать, разгадал ли он секрет создания легендарной брони. Но нашел лишь горе и смерть. Я оставляю эти дары в память о тех, кто умер ради славы короля гномов. Ну и чё? А толку-то от этого? Нам информации-то особой не дало. Ну давай дальше. Так, ну сундук надо открыть. Сундук надо открыть. Ищем, где руны. Так, одну вижу. Одну вижу. Не попал. А почему не попал? Ну-ка, топор верни. Подожди, пики мешают. А как пики убрать? Получается, вот тут чувак в пиках весь. Не можем забрать там серебро. Что надо покрутить? Ну-ка, думай, пацан, думай, чё вот. Лучше бы подсказал, чем тупить стоять. Так. Походу, нам сюда рано. А, подожди, вот ведро какое-то висит. Там что-то вывалилось. Рубленное серебро 242. Пойдет. Я понял, что надо сделать. Вот в этот щит надо швырнуть топор. Так, и чё? А, вот я могу теперь забрать. А теперь вопрос. Как мне быстро все сделать и швырнуть вот здесь? А, все, я нашел все три руны. Получается, одна здесь, вторая и третья. Надо в три успеть попасть, пока... И как попасть? Подожди. Ну ладно, я щит-то швырнул, в щит швырнул. А, вот, пики уходят. Давай, раз, быстрее надо только. Раз. Как? Ё-моё, да чё за фигня? Как я должен попасть-то по-вашему? Это какую надо скорость иметь? Если я два раза швырну туда. Слушай, точно. А всё, пики совсем я убрал. Ладно, делов остается, получается только три раза швырнуть правильно. Быстро. Раз. Блин, пики опять. А, ё-моё, надо вообще быстро все делать. Давай еще раз.
Но получается, надо два раза его крутануть. Топор быстрее взял. Все, кидай. Давай, Кратос, ты молодец, я знаю. Раз. Давай вторую, быстрее, быстрее, а то сейчас не успеем. Два. Ну, три. Так, поехали еще раз. Раз. Два. Быстрее. Блин, мышкой было бы удобнее намного. Но это, к сожалению, не компьютер. Давай быстрей. А, его опять я так протупил. Ну-ка. Так, еще раз в щит. Давай, крутись. Еще раз дай. Давай до конца, чтобы он улетел. Так, давай с этой начинаем, потому что она самая дальняя. Раз. Топор. Вот здесь не тупить, надо швырнуть, чтобы он... Два. И третью. Ну, давай, где третья? Я затупил, все. Давай еще разок. Не, ну надо забрать, потому что иначе мы не увеличим себе жизни. Там дают яблоко в этом сундуке, которое увеличит навсегда жизни. Три яблока собираешь, у нас уже два собрано. Кривой вообще, нифига не попал. Давай еще раз. Как это сделать быстро? Раз. Два. Ну, давай третью, быстрей. Ну, лети уже. Щет, а? Ну, сейчас попробуем с левой начать. Раз. Два. И самую дальнюю. Сейчас она уже опускается, по-моему. Эх, чуть-чуть. Это вот прицеливание такое. Так, надо раскрутить хорошо вот этот щит. Два раза пальнуть туда. Раз. Так, поехали. Попал. Готово. Ну давай, ну пожалуйста, быстрее швыряй. Есть, по-моему, открыл. Ура. Все получилось. Наверху. А вот оно, яблоко, да. Три из трех. Всего будет 9 яблок в игре, получается. Вы собрали 3 яблока и дун. Максимальное здоровье увеличено. Все, супер, нифига себе как выросло. Вот это хорошо. Это очень хорошо. Идем дальше. Так, только я не понимаю, куда сейчас двигать. А, в принципе, мы можем попробовать на лодке проплыть. Есть цель... А, подожди. Цель куда-то показывает 40 метров. Ну-ка, вылези обратно. Ну-ка, залезь. Цель по компасу наверху. Куда только... А, ну, стоп. Я отсюда упал. Да? А, или нет? Не, вот я залез вот здесь. А вот эти, что-то я не пойму, красные, что с ними делать? Или это просто цепочку держат? Да, похоже, это так. Хорошо. Я понимаю. Ну, дальше-то что делать? С этими цепями понятно, что я туда сходил, все нормально. А, получается... 13 метров. А, ворота, ё-моё, мы же ворота даже не попробовали открыть. Ну-ка, давай. Вот и все, делов-то. О, здорово, братва. А чё это вы тут тусуетесь-то, а? Давай. Следи за ними. Тихо, тихо, тихо. Вы чё творите-то? А топор где мой вообще? Верните топор. На. Так, исчез. Еще один. А ты постреляй хоть маленько в них. Чё, я тебе один, что ли, буду драться здесь? Получай. Получите, распишитесь. Так, кто еще? Хорошо, что это все. Да что все? Ладно, сейчас еще кого-нибудь найдем, ты не переживай. Во, вот эти ворота нам надо обязательно искать. Смотри, это хорошие ворота. Еще. Смотри, мировой змей. Давай, давай, записывай там у себя. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Миф. Он вычитал какой-то миф. Каждое святилище хранит историю легендарного великана. Найденных святилищ два из
11 мы нашли. Ну, за каждый опыт дают, в принципе. Если все соберем, все 11, то еще дадут 6 тысяч опыта. Это вообще будет круто. Так, давай сюда, иди, пацан, читай. Я не могу прочитать. Читай, говорю, как не могу прочитать. Ты говорил, что все нормально, ты научился читать. Я не могу прочитать. Хорош, я что ли за тебя буду читать? Что это? Так, а это что такое? Ужасно пахнет. Это яд. Так, стой, не ходи. Подожди, сначала батя пройдет, подожди. Не, а как мы должны пройти здесь? Ну-ка, у меня же здоровье... Ой, здоровье сразу пошло вниз. Так, тихо, что надо сделать-то? Стоп, ну-ка стрельни туда. Не, здесь что-то не то, здесь надо с рунами с этими сделать. Иди читай давай. Я не могу прочитать. Хорошо, понял тебя. Читать ты не умеешь. Так, а что еще можно? Что еще можно придумать? Ну-ка, подожди, вот здесь что-то. Вот, ну, вот в эту надо штуку кинуть, наверное. Ну, точняк. Это из-за нее все. Погоди, серебро заберем, идем дальше. Вон еще валяется. Погоди, пацан, не торопись. Давай, еще такая же штукенция. Топор. Погнали. Надо будет топор еще улучшить. Там мы серебра насобирали, наверное. Вон цель, 43 метра. Так, подожди, а здесь что? Не попал. Так, ладно. Где? Кого? Подожди, стой, я еще никого не видел. Ничего себе! Селедка какая-то, правда, вылезла. Топор где? Лови! Вот это я могу, да? Ты видел, да? Это вам не хухры-мухры. Подожди, стой. Топор, верни. Пацан, не ходи, подожди, ты там. Ты видел, что там? Яд. Сундук. Открывай быстрее, сундук. Маска какая-то. И нам дают. Что нам дают? Эй, это фрагмент шифра. Нужно Ладно. Найти еще несколько таких. Ну давай искать. Так. Тацельвурм. Тацельвурм выглядит как помесь кошки с ящером. Или ящерицы с котом. Впрочем, какая разница, все равно странное сочетание. Эти существа любят подбираться к добыче, прокапывая ходы под землей. У них очень острые когти и зубы, но самое страшное их оружие – ядовитый шип на хвосте. Вот еще действительно стоит опасаться. Вот его действительно стоит... Блин, это как это, как скорпион, короче, какой-то. Недорезанный. Так, откройте мир... Муспельхейма. Что за название такое? Вычитать даже не всегда получается. Стоп. А как вот это вот открыть? Я что-то не пойму. Я сейчас топор-то заберу. У нас опять яд будет. Нифига, прикинь. Пока мой морозящий топор все морозит, мы можем здесь проходить. Как только я его забираю, все, получается, он дальше начинает распространять свой яд. Пацан, иди читай. Иди читай. Или что надо сделать? Может, вон туда топор надо швырнуть? Так, стоп. Подожди, вот по этой штуке, наверное, лезть можно наверх. Погнали. Что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такое нецшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. К сожалению, мать умерла. Как бы там печально ни было, блин, но сейчас батя продолжает воспитанием заниматься Атрея. Пошли, сын. Сейчас откроем ворота, пойдем посмотрим, кто там тусуется. Область открыта. Предгорье. Ого, какой здесь туман. Да, ребята, подпишитесь на канал Туманов Плей. Еще гном. А это кто? Нет, он нам не нужен. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. А для кого? Прочь с дороги. Пошел вон отсюда. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал.
Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Понял? Фэй умерла? Да. Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Вот именно, у нас есть кому улучшать. Верно, но можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Брок нормально нам сковал, ты че там? Брат Брока. Вот половина клейма. Так синий твой брат? Да. Но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. На. Чтобы сделал нормально, понял? Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Иначе я тебя найду потом, понял? У меня две руны, кстати, светятся в топоре. Не мог бы положить я его уже вставил туда их. Туда. Рукоять нет. Такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... Все, давай, иди, делай. Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Все сделал, нормально почистил. Продолжайте путь к горе. Ладно, ребята, продолжим мы уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подпишитесь на канал, поставьте лайк видео, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!